Можно ваш автограф? Вау, это было красиво очень. Как все официально. Ранжира, деньги тратить. Господин Столас. Что ж, фестиваль кончился? Я уже заманался твои факи запикивать. Прежде чем ты начнешь смотреть это видео, пожалуйста, посмотри два предыдущих, а то ты ничего не поймешь. Настенька готовит еду и чай. Чтобы вы понимали, у нас дома оказались только белые нитки, поэтому мы сейчас будем вымачивать их в кофе, чтобы подшить немножечко хвост. А еще Настенька готовит парик. Вот что значит доброе утро. Да, Хима? У нас тоже вот доброе утро. Я уже заманался твои факи запикивать. Доброе утро. Я готов. Готов к чему? Готов вот к нему, чтобы его приводить в порядок. А мы почти готовы. Вызываем такси, которое стоит 1 000 000 денег, потому что сейчас все прутся на этот фестиваль. Вы чисто на меня посмотрите, как я еду на фест. Я сижу так, чтобы рогами не долбануться. Мне кажется, что я все сейчас долбаю. Мы, короче, все. Мы вышли на улицу. Мы загримировались около часа, может быть. Я доволен. Мы с Настенькой вот стоим. Греемся на солнышке, хотя этого бы нам не следовало делать. Такая красивая лиса. Потом сейчас сходим, купим попить и сходим посмотрим. Какую вы не знаете этот район? Мне офигенно. Нет. Ни одного видео. Ко мне сегодня очень много человек сфоткалось. Есть, конечно, и свои нюансы за счет того, что хвост очень сильно мешает. А там на заднем фоне идет, происходит бой. Вау. Это было красиво очень. Снимать все это горизонтально, а не вертикально. Но он меня убьет, если я буду снимать вертикально. Моксичка, Столосик. Прекрасные люди и нелюдь. Что тратить деньги? На что тратить деньги, не знаю. Ранжира деньги тратить. Я похож на хаску? Я похож на хаску. Ты наша Слобушка. Ребзя, это Столас, вы посмотрите, он наконец-то готов. Господин Столас, можно ваш автограф? Можно. Ты ж моя Слобушка, какой ты красивый. Я снимаю реакцию пельмешка. Поворачивайся. Можно? Да. Мама! Классно. И тут и там без показывает, да? Да. Луночка. Луночка, надо показать Луночку. Такую красивую Луночку нашу. Вот. Наша Веросика, наш Столосик. Вы посмотрите, какой он лапочка просто. В лицо. Ему плохо. Ой, все, перелетят. Я сейчас заплакать. В общем, мы стоим, ждем. Всей командой. Наш прекрасный Столос, который собрался чисто за один день. Вот так вот пошел. Так нельзя делать. Я знаю. Так нельзя делать. Так, вот не ругаемся. В общем, мы сейчас немножечко ждем и идем выступать. Собственно, видео. Что?
выступления, инсценировки. Вы сможете посмотреть на канале Северной Рыбы. Да. Вы сможете посмотреть на моем канале на Ютубе. Вы сможете посмотреть в Телеграмах. Короче, соцсети все будут указаны внизу, где можно будет посмотреть. Мы выступили. Я потерял бабочку. Блицу стало плохо. Стола сейчас делает совсем другой фэндом. Милли пришла, ей тоже плохо. Милли упала. Милли живет. Мы ждем рэндом дефиле. И Настя там стоит. Вот один какой, будь все оттуда, Гаватара. Настенька выступила в рандом дефиле, а теперь мы пришли кушать, потому что мы даже не завтракали, в том и прикол. Время? 20:37. Я сегодня выпила только 0,5. Энергетика. Все. А еще такой прикол, я посеял бабочку. Что ж, фестиваль кончился. Я, Луна, Настя стоим, ждем метрошку. Она скоро должна, по идее, подъехать, и мы вымотались. У меня очень сильно болят ноги, у меня сломалось одно копыто. Вот. Мы заняли первое место, кстати, и это там. Я очень устал, поэтому сейчас я топаю спать. Сначала надо все смыть, но спать. Ну вот и закончилось мое время пребывания в Екатеринбурге, и я хочу сказать спасибо всем тем, кто с распростертыми объятиями встретил меня в этот раз. Я безумно вас всех люблю, и я навсегда запомню мой первый фестиваль. Запомню всех тех людей, которые дарили мне улыбку, дарили мне радость, и буду очень рад встретиться с вами в следующем году. Огромное спасибо Насте и Андрею, что терпели меня все эти 2 недели. А тебе спасибо за просмотр, подписывайся на канал, увидимся.